Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Геннадий Достовалов, и я рад представить вашему вниманию игровой развлекательный блог, посвященный одному из самых узнаваемых и любимых телешоу из 90-х «Угадай мелодию». Хочу отметить, что все мои игры и конкурсы, которые я демонстрирую, были опробованы мной на реальных мероприятиях, и я гарантирую, что и ваши гости с удовольствием повеселятся. Конкурс универсальный, поэтому его можно вписать в любое мероприятие, от юбилея до свадьбы. Ну а для корпоративов он просто идеально зайдет. А с тем, как сделать подводку или манок для участников, ну ни у кого проблем, надеюсь, не будет. Ведь название этого конкурса говорит само за себя. Перейду непосредственно к игре. Для начала давайте определимся, сколько участников нам нужно. Я играл и столиками, и три самых активных игрока, и одной командой, когда гостей было не так много, и команда жениха против команды невесты. Вы можете адаптировать под ваши мероприятия и самостоятельно решать, сколько участников будет играть. Итак, давайте непосредственно перейдем к самой презентации. Здесь нас встречает вот такая вот заставочка. Звук я заранее сделал чуть потише, чтобы не было проблем со звуком. Итак, дорогие друзья, у нас в игре есть три раунда. Первый раунд у меня, как правило, разминочный. Здесь я не считаю никакие баллы, просто даю возможность людям адаптироваться. Вот так вот он выглядит. Играет минусовочка, 4 варианта с названиями композиции, и необходимо выбрать правильный ответ. Выбираем, нажимаем посередине вот эту кнопку. Заиграла минусовочка, и гости делают свои предположения. Ну, как правило, здесь угадывают с первых буквально нот. Ну и, допустим, ваши гости сказали «Ковыляй потихонечку». Мы нажимаем еще раз на серебряную кнопку. Минусовка включается, включается плюсовка. Здесь, дорогие друзья, я обычно подбадриваю, да, гостей, предлагаю им вместе попить. Поэтому минусовочка здесь, она обрезанная. Вот, либо вы в любой момент можете щелкнуть желтую кнопку с названием композиции. И к следующему слайду. Вот, и мы перешли. Давайте еще раз для примера покажу, как это все работает. Еще раз нажимаем на кнопку, и включается минусовка. Минусовочка играет, гости делают предположение, какие-то ответы они сказали, и мы нажимаем еще раз посередине кнопку. На вечеринке лучших друзей ты замечательно. Все, вот в таком плане и проходит игра. Нажимаем на желтый блок, переходим дальше. Итак, вот, собственно, это механика первого раунда. У нас, как я напомню, три раунда в игре. А здесь вот, ну, много довольно-таки разминочных этих композиций. Вообще все песни, которые использованы в презентации, они будут у вас отдельной папкой. Если вы работаете без экрана, то есть их можно будет проводить отдельно, да, диджей просто будет включать композиции, вот, но мы двигаемся ко второму раунду, давайте посмотрим, что у нас там. Итак, раунд номер два. Здесь мы видим три категории. Когда мы были молодыми, это песни, которые посвящены молодости, юности, да, возрасту. Вторая категория — «Любовь нечаянно нагрянет», это песни про любовь, отношения. И «Где ты, друг мой заграничный», естественно, здесь собраны самые популярные зарубежные композиции из 90-х. Также у нас есть кнопки от 100 до 400, это уровни сложности. За 100 самые легкие песни, их легче всего отгадать. За 400 у нас самые сложные песни. Но, поверьте моему опыту, и песни за 400 раскалывают как орешки. Итак, ну, здесь мы предлагаем гостям, участникам, да, нашей игры, сделать выбор, открыть категорию и назвать номер композиции. Здесь уже, кстати, можно считать баллы, да, считать баллы, либо, допустим, если одна команда не отгадала, то в случае правильного ответа другой команды им приплюсовать баллы, или за неправильный вариант, например, отнимать баллы. Ну, здесь вы можете сами как бы всю эту ранговую систему простроить, как вам удобнее. Вот, я бывало проводил и вообще ничего не считал, как бы нормально, просто на интерес играли, отгадывали. Вот, сделайте как бы на свой вкус. Итак, участник называет, например, когда мы были молодыми, за 300. Механика следующая. Нажимаем на кнопку.
включается минусовка и начинает мигать эта кнопочка. Все, гости там отгадывают. Ага, это младший лейтенант, говорят они. И вы говорите, абсолютно верно, давайте все вместе споем. И нажимайте еще раз кнопку. С гостями вместе поете, попадает кнопка, и мы, собственно, допиваем эту композицию все вместе. Итак, здесь минусовочка сразу, точнее плюсовка уже обрезалась, все плюсовки здесь тоже подрезаны по 10-15 секунд, да, чтобы был не большой такой момент попеть, и потом она закрывается автоматически. В случае, если вам нужна там, не знаю, минусовка долгая, да, и уже напились, или гости не особо активно поют, хотя не должно быть такого, дорогие друзья, вы просто минусовочку через кнопочку Escape можете выключить заранее. Ну, например, давайте «Любовь нечаянно грянет» за 200. Вот. Пошла минусовочка. Надеюсь, слышно ее. Такая немножко тихая. Там гости предлагают свои варианты, какой-то вариант сказали, и мы включаем плюсовку. «Люби меня, люби», все такие, а, точно, это «Люби меня, люби». Поют, 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 и вы понимаете, что это не особо активно, и все, выключаем через Escape. Все, минусовка закончилась, щелкаем на фоне, и все у нас продолжается. Итак, это раунд номер 2, переходим к раунду номер 3. Раунд 3 такой же. Смотрите, казалось бы, все то же самое. Меняются немножко категории. «Я на лодочке каталась». Это песня про виды транспорта. Водные, наземные, воздушные, космические, может быть. Кто знает, что там попадется. О погодных явлениях. Естественно, это все, что происходит на нашей матушке Земле. И «Я яблоки ела». Это песни про напитки, про пищу. Все, что попадает в наш рот естественным путем. И то же самое, да, то есть от 100 до 400 уровень сложности композиции. Но, дорогие друзья, здесь есть еще парочка важных изменений. Первое, минусовки у нас здесь теперь играются в таком другом формате. Они наиграны на пианино, да, на синтезаторе, поэтому создается такое небольшое ощущение, что мы как будто по нотам отгадываем песни. И второе отличие, это то, что категории могут быть зашифрованы не только в названиях композиций, но и в названиях исполнителей. Ну вот, например, здесь используются песни группы «Чай вдвоем», да, и, например, «Лада Дэнс» есть. То есть зашифровано «Лада» и «Чай». Вот. Механика абсолютно такая же, как и в предыдущем раунде. Нажимаем, например, «Я на лодочке катал за 200». Включилась, да, это минусовка, надеюсь, слышно. Все, и там угнала, угонщица. Погнали, поем все вместе. Я сейчас через Escape выключаю. Продолжаю. Вот в таком формате у нас все и происходит, дорогие друзья. Эти все три раунда. Ну и хочется подвести, да, небольшой итог. Важный момент в самой игре, который позволяет ей заходить на ура, это возможность попеть гостям. Песни подобраны все таким образом, что слова песен, да, знает практически каждый гость. Я ее провожу после 2 часов банкета, когда гости уже набрались храбрости для своего, да, непринужденного громкого пения. Вы, в свою очередь, как ведущий, подбадриваете участников, хвалите их за пение, поощряйте подтанцовку, да, может быть, кто-то поет, кто-то танцует, да, если они командами. У меня бывало такое, что участники, каждый из участников там какое-то шоу, мини-представление устраивает артистичное. Можно также, если вы работаете с реквизитом, дополнить всю эту историю, например, там шапочки, да, там повыдавать, или там эти парики, микрофоны какие-нибудь там резиновые, да, и так далее. То есть тут можно дополнять, и это еще усилит больше впечатление от игры. В целом, этот блок проходит очень весело, динамично, всегда можно включиться, да, во время выбора категории, там с гостями пошутить, импровизации немножко добавить. Зависит от того, как гости себя будут проявлять.
Ну и, конечно же, можно будет наградить победителя отдельным подарком, сделать какой-нибудь приз зрительских симпатий, или вообще, да, победить, объявить победу дружбы и пригласить всех промочить горлышко каким-нибудь бодрящим напитком. Вот. Уверен, дорогие друзья, что никаких сложностей с проведением данного блока у вас не возникнет. Если что, я всегда доступен для ответов на ваши вопросы, помощи. Ну и желаю вам, конечно же, удачи, удачных заказов и отличных гостей.